Далёк от этого больше. Сейчас он порвёт, я чувствую, он разозлился. Вы его не слушаете, я знаю, что он делает. Ест фастфуд, главная сила. Да. Тяжело как-то пошло. Амплитуда такая длинная. Это что такое? Скажи, когда сейчас. Давай. Итак, ребят, всем привет, наконец-таки пришло время зарубы с Лёхой. Я на самом деле визуализировал эту зарубу очень долго, еще когда только начала тренироваться. Я смотрел Лёху и думал, капец, какой он сильный, поэтому сегодня мы зарубаемся, становим чак, будем делать 20 вес на максимум, то есть кто больше потянет 20 вес. Прямо сейчас пойдем взвесимся, узнаем вес. 79 почти, короче. Надо 160 мне делать на максимум. Нормально, Макс? Нормально. Ну, пойду считай 98. На самом деле это креатив. Или глютамин. Все лучше креатив, или глютамин, Лёш? Потом кофеин. Смотри, для чего. Совершенно разная функция. Ну да. Майк Ахерн говорит, что надо. Сказали, типа, есть либо глютамин, либо креатин даем. И больше ничего, что ты выбрал? Креатин. Креатин выбрал, да? Потому что глютамин силы не добавит, а креатин добавит. Но тогда пришлось бы мириться с большей болью мышечной. И, возможно, иммунитет ухудшился бы, скорее всего. Но я бы рискнул этим, 100 сил бы больше было. Креатин все-таки сила. Но хорошо, что нам выбирать не приходится. Я доступ к тому и зацела вам. Майк Ахерн сказал 10 грамм. До и после. Натуральность, а как твое мнение по поводу? Натуральность, это смешно, конечно. 130 килограмм в 20 лет набирать, и там силовые, как у монстров пауэрлифтинга. Его дело, Ахерна принимать, не принимать, это не мое дело. Просто я не сомневаюсь в том, что такие атлеты, как Ахерн, Панда, принимают, и уже давно и много лет, просто им нельзя об этом говорить. Да, на самом деле, типа, даже если принимают, у него результаты реальные, он сильный просто как бык. Как бы сила... Сила это еще не главный показатель. Главный показатель это мышечная композиция такая, знаешь, наполненная. Видимо, он что-то поменял, потому что были времена, что он вообще был. Он был культурист. Если вы видели, он выступал на сцене там с гостевым позированием, там килограмм 120, он просто качок. Как на Олимпии выступают, примерно такой. Ну, типа из элиты был разный период. Да, да. Поэтому сейчас у него там, видимо, другая политика фармакологии. Ну, это не мое дело. Ну, человек спросил, сейчас. Честно скажу, вот, в принципе, самому интересно, вот прям сегодня, сколько я сделаю в сумохе, 200 килограмм повторений. Я думаю, это 20 точно. Мои прогнозы, ну, надеюсь, да, я думаю, да. Я думаю, я тоже так сделаю. И если вы меня когда-то видите в зале в гетрах, то это значит, сегодня серьезный день и все серьезно. Если я не в гетрах, значит, можете считать, что я в зале расслабляюсь. Снимаешь? Снимай. В общем, да, ребят, мы вот подошли уже к этим подходам, которые нужны. У меня 160, у Лёхи 180, там уже 200, да, 200. И все-таки мы решили сделать чуть побольше. Лёха будет делать 220, я буду делать 180, да? Так будет намного интереснее, мы сделаем намного меньше раз. Но все же, это уже солидные веса, это больше, чем 2 собственных веса. Так что да, в Лёхе будет 220, у меня 180. Разогреваемся и начинаем. Так, у меня сегодня моя рубаха, Майами Бич, должна затащить его. Бич? Бич. Ain't nobody supposed to make it. Rise up. Да, вот это ножницы, понял, камень. Да, на одной руке. И бумага. А бумага? Бумага, ну, типа камень побеждает. Да, побеждает камень, но ножницы режут бумагу. И ножницы тупятся в камень. Камень, вот это камень. Да, это ножницы и бумага. Все, я тебя первым, да? Лёха видит, сколько я делаю, ему ментально уже легче. Главное, потом на бутылку это не упасть. Так, я, короче, готов. Ребята, знаешь, как? Ты делаешь, а страшно мне. Да? Тебе страшно? Да, но у меня мандраж такой. Мне тоже страшно, потому что придется выложиться нормально, я понимаю это. Кофеин подействовал, брат? Да. Секретное оружие. Музычка, да, еще крутая такая? Музычка вообще классная. Так. Хорош. Это что такое, бро? Падай назад, бро! Почему? Да потому что ноги стоят вот так, понял? И то и сложно удержаться. Сколько я сделал? 16. Черт, бро. Я тебя не знаю теперь, я позорил. А я просто делал первые 15 дел, смотрю, у меня ноги разъезжаются, и смотрю, остается вот так до штанги. Понял, чтобы ударила на ногу. Думаю, нужно взять... А подрал немного? Красно. Вот они, вот они. Для чего гольфы нужны? Знаешь, это потрачено когда. В общем, да, ребят, меня постоянно клонило назад, потому что, когда ты ставишь ноги вот так, то есть не параллельно, а прямо вот так, трось. Очень сложно удержаться, то есть клонить вперед-назад. Но при этом, когда ты делаешь вот так, то есть ты можешь больше растяжки сделать. И это хорошо, когда ты делаешь на максимум, но много повторки это не так хорошо. Не сработало, короче. Не сработало. Черт, 16 слишком много. Много? Ну да.
Ну, сделай 16 лёг. Я думал, он 20-ку сделать. Да ты чё? Ты мог 20-ку, если бы не стоит. Ну, если ноги поставить по-другому. Ничего, ты должен сказать, одного дня... Одного дня ничего, у меня тоже есть оправдание. Встану в последнее время как бы не особо тренируюсь. Это классика. А ты еще должен был сказать, заруба была недавно еще. Ну, я думаю, что результат все равно у меня хорош. То есть присед я делаю, как бы присед со становой не похожи. Твои прогнозы? Ну, 16 я не делал никогда, 220. А сколько ты делал сейчас 220? 220 я делал максимум, по-моему, 15. Ага. Хотя, возможно, это было не до конца. Большая разница, да? Ну, одно дело, когда ты на пике, но с другой стороны, здесь есть момент мотивации. Когда сам делаешь мотивацию, ну, да, ну, да. Тут уже есть цель, короче. А тут есть цель, нужно делать 15. Да, ну ты веришь в меня больше, чем я. Legendary for foes to win the breeze. Hated like the police, they clap me like Hercules. Any streets where I'm from, who better than Georgia Sun? Stay on touch like a blazer and come a bun. I'm on the run, I'm never tired. I'm Kevin Gates with the rhymes. Fell away with the bars. Let me take a ride. Хватит, хорош. 17. На одном дыхании сделал, видели это? Нет. Честно? Не ожидал. Не ожидал? 20, не ожидал. 20 бы сделал. Как это? 20 было бы изи, круто. Какой-то бред, честно. Ты чё, Лёх, теперь в классике, да? Блин, реально. Говорят, заруба это чушь. Я никогда столько не делал. Это подстёгивает вообще? Подстёгивает жесть. И вот только после этого остается восстанавливаться. Потому что часто нельзя такое делать. Реально, все мои оправдания. Слушай, а может быть такое, что я дал отдых от Становой? И мне наоборот результат вырос. Я всем отдыхаю. Да? Вот не зря перед соревнованиями за 2 недели включать Становой, потому что это больше всего загружает нервную систему. Он хочет меня убить. Да, просто все пишут, что сумо отличается, типа, и те, кто тянет сумо читеры, поэтому специально для вас мы сейчас сделаем классики. Я буду делать 20 кейс, а Лёха также будет делать 20 кейс, у меня 160, а Лёха будет 200. А у тебя там меньше веса больше, да? Да, меньше. А если такие веса оставим, я тебя точно выиграю. Потому что у меня в классике не хуже результат. Да? Да. Не хуже? Не хуже. Не бойтесь зарубаться, друзья, в своих залах. Все думают, что только ради хайпа. Не зря в Америке все вместе сюда тренируются, вдвоем, втроем, но они все зарубаются на каждом. А, это уже Майка Херна? Смотри. Я посмотрел этот момент. Нужно выбирать напарники и атлета, если можно. Сильнее тебя. Но поэтому я выбрал тебя. Лёх, какой прогноз, сколько сделаешь? Блин, если 15 сделаю, будет хорошо. Я сделаю 22 минимум. Но Лёха сделает больше. Сейчас он порвет, я чувствую, он разозлился. В общем, да, ребят, мы решили делать этот раз вместе, то есть не по очереди, вместе, чтобы все было максимально честно, так сказать. Хотя это и так было честно, но все же. Только ты легче. Не падай. Я постараюсь не упасть. Такой делает в классике и просто назад заваливает. Так, человек был, да? Давайте топим как цари. Всего лишь 16. Классики. Слишком. У меня в классике. Мне все тяжело как-то пошло. Амплитуда такая длинная. Да есть же. Да есть же, баланс. 23 раза, есть же. У меня задняя поверхность бедра отваляется, да? Ну ты мощно так делал вообще. В общем, да, ребят. Становая. Оказалось, Лёха сильнее всему. Я сильнее в классике. Хотя я думал, что я сильнее всему. Но получилось так, как получилось. Круто, Лёха, спасибо. Ты достойный соперник, на самом деле. Очень. Стараюсь. Это сильно. Как говорится, тренируйтесь с теми, кто сильнее вас. И это работает реально. Сила. Главная сила. Да. Кто-то дутый и слабый. Кто-то маленький, сухой и сильный. Но есть и дутый и сильный. Майка Хёрн. Майка Хёрн. Look, came a long way from the hand-me-down. I am not here for the runaround. I am not here for the rigmarole. Forget blowing up, me it's a blow. Track bang, have fun with. Going dumb like a blunt chick. Thank God, cause I could've been locked up either side. В общем, да, ребят, вот такая получилась заруба с Лёхой. На самом деле, безумно сильный мужик, и порой я поражаюсь прям его силой, и при этом его мышечной массой и сухостью. Обязательно в комментариях пишите, с кем вы еще хотели бы увидеть совместное видео, с кем еще мне сделать зарубу в Москве, потому что я все еще нахожусь здесь. Ну и, конечно же, ребят, обязательно ставьте лайк, обязательно пишите комментарий. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ну а с вами увидимся в следующем видео, так что всем спасибо, всем пока.